О спорте. В спортзале автодорожного колледжа прошла товарищеская встреча по баскетболу на колясках между махачкалинским клубом «Скала» и командой «Ламан-Ас» из Чеченской республики. Игра, длившаяся 40 минут, завершилась минимальной победой гостей 40-42. Баскетбол на колясках считается одним из самых зрелищных видов паралимпийского спорта. Товарищеские игры призваны популяризировать это направление на территории Дагестана. Местный клуб «Скала» основан еще в 2011 году и ежегодно успешно реализуется как проект Всероссийского форума «Машук». По возможности спортсмены выезжают на различные турниры, занимая там призовые места. Для самих представителей команды увлечение баскетболом – это не только вид спорта, но и досуговая и реабилитационная площадка. Спорт, по их словам, является отличным средством социализации инвалидов. Встречу команд посетил временно исполняющий обязанности министра по делам молодежи Магомед Курбанов, председатель молодежного парламента при Народном собрании Сергей Никитин и другие гости. Поддержало мероприятие и руководство Федерации дзюдо вице-президента Шарухана Абдулатипова. Организаторы планируют проводить показательные игры по разным городам и районам Дагестана.